Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это проект Joomla Sensei, восьмой урок. В этом уроке мы с вами будем разбирать пункт меню «Главное». Давайте перейдем в админку нашего сайта. Далее, у нас меню располагается, вот здесь вот есть вкладка «Меню». Кликаем на нее и «Main меню». И у нас по умолчанию создается пункт меню «Главное», когда мы с вами Joomla устанавливали на локальный сервер. Пункт меню создается сразу. Новые пункты меню создаются вот по кнопке «Создать». Но это в следующих уроках. Сейчас мы немножко поговорим о пункте меню «Главное». Вот это отображение постов – это непосредственно настройки самого пункта меню. Я хочу сделать так, чтобы у меня посты были одного размера, чтобы не делились на колонки. Вот сейчас мы этим и займемся. Кликаем по пункту меню «Home». И для начала переименуем. Вот здесь вот заголовок меню вы переименовываете на слово «Главное». Переименовали, и дальше у пунктов меню есть вот такие еще вкладочки. Переходим в «Параметры меню». И первое поле здесь – «Выбор категорий». У нас выбраны все категории. Если мы мышкой кликнем в пустом поле, мы можем видеть все наши созданные категории. Это те категории, которые я с вами создавал. То есть можно выбрать, чтобы из какой-то одной только категории выводились избранные материалы на главный, да? При этом надо вот здесь вот крестиком удалить все категории и выбрать одну или несколько категорий, из которых вы хотите, чтобы выводили статьи, или же оставить все категории. И вот они, заветные, вот эти вот менюшки. Смотрите, во всю ширину. Здесь вы можете просто наводить мышь и читать, да? И вот смотрите, количество колонок. Вы выставляете одна колонка. Сохранимся и посмотрим, что у нас получается. Обновляю страницу. И вы можете видеть, да, что посты идут нормально. Одинаково выглядят друг за другом. Только введение я поставил 5. Это нужно для того, чтобы, например, страница не тянулась вниз и не было там бесконечной посты. И страница делилась на странички, да? То есть навигация внизу появляется, 1, 2, 3, 4 страницы. Вы, наверное, видели такое на сайтах. Вы здесь определяете, сколько вы хотите статей, чтобы выводилось на главной странице. Для эксперимента поставлю, например, одна страница и нажимаю «Сохранить». Обновляю, и у нас получается такая ситуация. В трех статьях мы можем это уже увидеть. Выбираем одну, и у нас будет каждая страница по 2 поста. Вы видите 2 поста. И появилась вот здесь, видите, постраничная навигация. Появилась страничка 2, а на второй страничке у нас третий созданный пост. И также есть стрелочки управления. То есть вот этот параметр только введения, вы теперь понимаете, за что отвечает. Дальше вкладка отображения – это аналогичные настройки, которые мы с вами производили уже в глобальных настройках статей. Да? Вот еще интересная здесь вкладка «Параметры ссылки». Интересное поле здесь вот «Изображение ссылки». Нужна маленькая картиночка, кликаем по кнопке «Выбрать», и с компьютера выбираю какую-то маленькую картиночку, 16 на 16 пикселей, «Открыть», «Загрузить». Мы можем назначить картиночку нашему пункту меню, вообще всем пунктам меню, которые мы создадим в будущем, «Вставить». Давайте сохранимся и посмотрим. Обновляюсь. Вот видите, у нас здесь выводится пункт меню. Главное. Картинка, конечно, прилеплена к пункту меню. Также меню, самое вот это меню, оно выводится в модульной позиции, да? Как менять модульную позицию, то есть как расположить меню на сайте в другом месте, мы еще рассмотрим, когда будем проходить модули. И также вот эту картиночку, конечно же, здесь надо в коде править, делать отступ. В платных шаблонах или в бесплатных шаблонах, которые сделали другие, например, разработчики, как правило, там картинка встает нормально, и отступ делать не нужно. Давайте картиночку удалим по крестику вот здесь рядом с кнопкой «Выбрать» и сохранимся. Картинку уберем. Дальше смотрите. Вот это слово «Главное», видите, мы переименовали. Здесь нам оно никак не нужно, чтобы оно вообще выводилось. На вкладке «Параметры страницы», «Показать заголовок страницы» вы выставляете в положение «Нет». Сохраняемся и обновляемся. И у нас исчезает это слово «Главное», оно тут никак не нужно. И вкладка «Метод данные».
советую заполнять. Ну, здесь можно написать, страница главная, да, можно в описании написать кратко, о чем ваш сайт. Ну и keywords, ключевые слова, можете 5 штук через запятую прописать. Вот и все, в принципе, все основные настройки пункта меню главные. А в принципе эти настройки, они чередуются у каждого пункта меню, если мы создадим новый пункт меню. В следующем уроке как раз мы этим займемся, мы научимся создавать новые дополнительные пункты меню и посмотрим, как мы можем расположить категории для этих пунктов меню. Мы создадим, например, еще 2 пункта меню и к каждому пункту меню назначим свою категорию, которую мы уже создали. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email-адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.